Я часто вижу рилсы парней, которые рассказывают, что для того, чтобы им прибыло в деньгах, они тратят больше денег на свою женщину, на свою жену. Не знаю, как это работает, но у меня это работает так же. Если у меня какая-то важная сделка, или переговоры, или где-то что-то пахнет деньгами, я всегда за день до отдаю. Я покупаю что-то маме, я покупаю что-то семье, я что-то делаю для кого-то из своих близких, это важно. И тогда у меня 100% все срастается, и если у меня какие-то финансовые неурядицы, ты тоже чуть-чуть отдаешь и сразу получаешь в разы больше. Чаечка, я тебе отвечаю. У тебя накануне скоро будет важная, важнейшая сделка. Вот тут именно в описании этого видео есть там все способы Санычу задонатить. Там и Donation Alerts, и карты любых стран, любых банков, вообще крипта. Все, что хочешь, Чаечка. Я тебе отвечаю. Вот сейчас вот Санычу сделаешь приятно, и у тебя прям сделка будет просто великолепнейшая. Ну это так, знаете, как бы. Ну я же тебе... Мы же с тобой брат и сестра. Ты что, не хуйся, что ли? Я тебе отвечаю. Ну... Ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Мне только интересен маленький нюанс. А почему это, когда у мужчины такая чуйка, он должен писечку позолотить, свою женщину одарить подарочками, а когда у нее свербит, я извиняюсь, да, то есть она там маме, папе, брату, а почему не своему мужчине? Я что-то не пойму, в чем разница, да? Так дело это, дело для мужчины все, да, вот покупай ему дорогие подарочки, отправляй его в Дубай, там, в Мальдивы, там, в Турции, там, и так далее, да, еще куда-нибудь отправляй. Покупай ему дорогие костюмы классные, дорогущие, да, ну почему вот так вот, ребят? А знаете, мне одна знакомая рассказала тоже, знаете, такую штуку, говорит, у меня когда, говорит, я чувствую деньги, говорит, у некоторых левая рука чешется, а у меня пилотка, говорит. К чему бы это, хер его знает, говорит, через пару дней проходит, ну, когда ее почешут потом так знатно. Вот, мотовилом, ялдилой, етаганом, хопа, говорит, и денежка на тумбочке, говорит, лежит, вот, как бы, и пилотка чесаться перестала, как бы, ну, слушайте, удивительная примета, то, что чаечки вы мотаете себе на усы, если чешется, то значит к деньгам.